С 1 по 30 апреля в Казахстане проводится декадник по профилактике травматизма. Сегодня врачи ЗОЖ, а также педагоги, школьники и полицейские решили совместить усилия для пропаганды правил безопасности на проезжей части. Как рассказали в руководстве средней школы номер 3, в их стенах уже долгое время существует клуб юных автоинспекторов. Дети изучают правила дорожного движения и сегодня делятся своими знаниями с прохожими. Акция «Безопасная жизнь» проводится областным управлением здравоохранения совместно с ТОО «Арасан». В этой акции принимают учащиеся средней школы номер 3, наши учащиеся, которые посещают кружок ЮИТ. Ну, цель данной акции – это профилактика детского травматизма, сохранение жизни и здоровья подрастающего поколения. Прохожие, получившие из детских рук листовки с предупреждениями о необходимости соблюдения осторожности на проезжей части, поддержали благие цели акций. По их мнению, близятся летние каникулы, и актюбинцы должны всеми силами беречь детей от ДТП. В первую очередь для этого ПДД должны знать и соблюдать сами родители детей. Машины бывают, что на пешеходах, бывают, что едут на большой скорости, не избавляют скорость. Дети в это время могут неожиданно выйти. Вот это есть опасность. А сейчас, тем более, когда каникулы будут, это вообще будет большая опасность для детей. Смотря как ездит. Ну а вот пешеходные переходы защитят детей от наших водителей или не защищают? Некоторым защищают, некоторым проезжают, даже не останавливаются. Скоро каникулы у детей. Как вы думаете, нужно ли наших детей учить правилам дорожного движения? Конечно, обязательно. А вот чему лучше всего учить? Как в первую очередь, чему нужно учить детей? Наверное, теорию сначала, потом практику. Антон Пережогин, Алексей Уразов, программа «Факт».